привет! И снова выходные подкрались незаметно, а значит, пришло время для нашего анонса. В нем мы расскажем, чем можно будет заняться в ближайшие дни в нашем городском округе. Поехали! Предлагаем вам начать свои выходные с культурной программы, а именно с похода в театр. В 6 часов вечера в театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоится премьера спектакля «Варшавская мелодия». Местная труппа представит свой вариант любимой многими пьесы Леонида Зорина. В центре сюжета непростые отношения пары Виктора и Елены, которые не могут быть вместе из-за запрета на браки советских граждан с иностранцами. Влюбленные строят карьеру, вступают в брак с другими людьми, но сквозь всю жизнь проносят трепетные чувства друг к другу. Обязательно сходите на этот замечательный спектакль. Уверены, сильные эмоции вам будут обеспечены. Любите настольные игры? Если да, то следующее мероприятие специально для вас. В субботу в 5 часов вечера в молодежном клубе «Ровесник» вас ожидает игротека настольных игр. Монополия, мистериум, шахматы и шашки. И еще много всего интересного будет в этот осенний вечер. Присоединяйтесь! Не можем не упомянуть о спортивных мероприятиях. 12 октября в универсальном спортивном комплексе Подмосковья пройдет православный фестиваль спорта. Что это значит, спросите вы? А давайте сохраним интригу, и у вас появится лишний повод посетить данное мероприятие. Начало в 9:30 утра. Также в субботу в том же месте, но только немного позднее, а именно с 12 и до 3 часов дня, будет проходить чемпионат Московской области по футболу среди мужских команд. Посоревнуются между собой игроки Щелкова и Королева. Приходите поболеть за наших ребят. А что на этой неделе нас ожидает в кино? 10 октября в прокат выходит новый боевик с Уиллом Смитом в главной роли Гемини. Сюжет расскажет о Генри Брогане, первоклассном киллере, который становится мишенью таинственного оперативника, знающего каждый его шаг наперед. Также с 10 октября вы можете сходить на ужастик и одновременно комедию «Маленькие чудовища». Учительница начальных классов везет группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки не настоящие, а все происходящее – просто странная игра. Странное, но веселое. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеется. Сегодня на этом все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю и хороших выходных.